Вот так выглядит вблизи Сентинский, Преображенский, Свято-Преображенский храм. Так было бы правильнее, конечно. Это вот мавзолейчик какой-то рядом, а вот сам храм непосредственно. Ну, конечно, видно, да, что охраняется государством. Очень даже серьезно охраняется. Особенно от Русской Православной Церкви, которая бы это уже давно бы восстановила, все бы это уже тут сияло, все бы тут служилось бы, и был бы свободный доступ, никто бы не препятствовал бы. Но, проще вот так вот было, значит, вот вход внутрь уже закрыт. Может быть и лучше, потому что туристы расписываются на стенах. Это вообще безобразие. А там еще остатки, я помню, снимал византийских фресок еще. Они потрясающе красивые, потрясающе красивые. И вот это все губится, все это портится. Вот. Ну что, можно только пока посетовать. Больше пока ничего. Поохать, поахать, повздыхать. Ну, увы, пока вот такая вот у нас. Вот так охраняет наше государство. Памятник архитектуры, да, 10 века. 10 века. Что вы поделали? Надежно охраняет. Видно прям, как это все. Серьезно. Вот такая красота. Какая красота же это строили византийцы.